Ну что ж, я начну с одного утверждения. Каждый человек в жизни кому-то подражает. Осознанно или нет? Согласны? Ну, начнем с детей. Дети копируют своих родителей. Родители согласны? Может быть, не во всем, нам хотелось бы, чтобы они больше копировали нас в чем-то хорошем, как чаще бывает, что наоборот, в плохом, и даже усиливают это, но так или иначе, они копируют. Многие мальчишки хотят быть похожими на кого? На кумиров в футболе. Месси, вот даже взрослые мальчишки хотят быть похожими. Роналду. А кто постарше, уже начинает в чем-то копировать и подражать музыканта. Ну, любимому музыканту. Ну, я знаю не про этих подростков. А кто еще постарше, они ходят на тренинги, слушают различных людей, читают биографии успешных людей, чтобы профессионально тоже вырасти. И, в принципе, на это никто странно не смотрит. Согласны? То есть это в порядке вещей. А бывает еще, что если какой-то взрослый человек попал в толпу и находился в ней некоторое время, то он волей-неволей начинает действовать как толпа. Тоже такой эффект наблюдали. Даже, может быть, не подумавши. И сегодня я вот о чем хочу говорить. И сейчас скажу название своей проповеди. Раз уж мы с вами в любом случае кому-то подражаем, и даже если нам кажется, что нет, то можно найти людей такие же, как вы, то моя тема сегодня такая, так она называется. Кому ты подражаешь? Или кому ты хочешь подражать? И, конечно же, мы будем говорить с вами о Боге, о вере во Христа, и будем говорить о Христе. Цель моей проповеди такая – постараться убедить вас, если вы еще не убеждены, что единственный объект, если можно так сказать, на кого нам действительно нужно быть похожими, кому нам нужно стремиться изо всех сил подражать – это Иисус Христос. И не просто убедить вас в этом, но постараться и воодушевить, делать это постоянно. Сегодня, мне кажется, есть такой новый тренд в обществе, что модно становится ни на кого, точнее, быть ни на кого похожим, потому что ты уникален. Слышали, да, будь самим собой. Слышали такое? Это дети уже повторяют, взрослые, в общем, много такого. Но они, наверное, не замечают, что даже в этом они уже копируют друг друга, чтобы быть самими собой. И когда мы говорим о Христе, и когда у нас картинка о том, что нам нужно подражать Ему, нередко возникают трудности этого восприятия. Ну, например, недостижимость личности Иисуса Христа. То есть, как Он жил и как мы живем. И когда ты слышишь «подражай», ну, как-то не ложится это на практическую жизнь. Некоторые не видят острой необходимости подражать именно Иисусу Христу. Ну, не привлекает Он их. Он закончил жизнь трагически. Хотя Он воскрес из мертвых, но многие до этого не доходят. Есть такие среди нас, я думаю, кто уверенно когда-то начал жить по учению Иисуса Христа и стараться Ему подражать, но через время разочаровался. Бывает такое? Потерял силы и потерял вот этот самый энтузиазм. Важно понимать, а чему же в точности подражать в Иисусе Христе? Потому что не всему нужно подражать. И зачем? Потому что если ты не понимаешь, и у тебя неправильная мотивация, в конце концов, ты придешь к тому же самому разочарованию. Потому что ты будешь это делать своими силами, и у тебя все равно не получится. И мне кажется, сегодня важно ответить на следующие вопросы, которые, я думаю, помогут нам и убедят, что Иисус именно тот самый человек, которому нам нужно подражать и на кого быть похожими. Первый вопрос. Почему именно Иисус? Простые вопросы. В чем в точности на Него нужно быть похожим? Какие у этого есть преимущества для нашей жизни? И какая в этом процессе наша роль? Понятные вопросы. Давайте начнем.
с первого отрывка, послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Почему именно Иисус? Евреям, 1 глава, простите, будем читать только 1, 2 стих, а потом я сделаю тезисы из 1 главы. Итак, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Задолго до прихода Иисуса Христа многие пророки говорили о том, что придет некто. Некто, которого еще до этого человека никогда не было. Были великие лидеры, были чудотворцы, были те, кто передавал людям Божьи законы. Но вот именно такой, как он, таких еще не было и никогда не будет. И вот что написано о нем, я просто тезисно зачитаю в первой главе послания к евреям. Иисус, речь об Иисусе Христе, поставлен наследником всего Божьего творения. Он был с Богом с самого начала творения и сам участвовал во всем творении. Иисус – точное отражение сердца, характера и природы Бога. В слове Иисуса сосредоточена сила держать в порядке все законы мироустройства. Вся сила. Именно Иисус искупил человечество от всего зла и греха. И именно Иисусу поклоняются ангелы. Некоторые люди поклоняются ангелам. Но Иисус намного превосходнее всех ангелов. И вот почему все это дано Иисусу Христу. Потому что Он Божий Сын. И это очень важно понимать. И думая о том, а как подражать или чему подражать во Христе, нужно помнить, что Он, во-первых, Божий Сын. И поэтому у Него все это есть. Это высшее звание, которое можно иметь перед Богом. Сын Божий. Сын – самая большая ценность у Бога Отца. И как сказано в Христе, Он – точный образ и подобие Бога. И вот для чего Иисус пришел, так выразил апостол Иоанн в нескольких предложениях. Давайте первое, точнее, Евангелие от Иоанна, 1 глава с 11 по 13 стихи. Какая основная цель прихода на землю Божьего Сына? И мы сейчас отвечаем на вопрос, почему Иисус? «Пришел к своим, речь о Христе, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от хотения мужа, не от хотения мужа, но от Бога родились». Он пришел, и те, кто его принял, он дал, написано, власть быть Божьими детьми. Вот цель прихода Иисуса Христа на землю, чтобы те, кто его примет, стали Божьими детьми. И это первое, в чем каждый человек, принимающий Иисуса, становится похожим на него. Теперь Бог относится к своим людям, к его детям, абсолютно точно так же, как к Иисусу Христу. Я думаю, это тоже важная мысль. Каждый человек сотворен по образу и подобию Бога. Но не все являются его детьми. Для того, чтобы стать его сыном или дочерью, нужно принять Иисуса. Что такое принять Иисуса? Это поверить в то, что он и есть Божий Сын, поверить в то, что он отдал за тебя свою жизнь и начать следовать его учению, исполнять его в жизни. Вот что значит принять. Цель Отца и Сына изначально, когда еще не было никакого творения, ничего, я себе так это представляю. А они, хотел сказать, сидели в вечности и сказали, так хотим большую семью. И им эта идея очень понравилась. И большую семью, которая будет в вечности. Не временно, а которая будет всегда с нами. И таким образом был сотворен мир, таким образом были сотворены люди. Но
творение, оно само по себе не вечно. Нужно было что-то придумать для того, чтобы вот эти самые живые творения могли обрести эту вечность. Заслуги в том, что мы становимся детьми Божьими, нашей никакой нет. Нет никакой заслуги в том, что ты принимаешь. Нет никакого как бы сверхусилия, что ты принимаешь. Ты просто веришь, ты просто поверил. Ты увидел, что твоя жизнь раньше, как ты жил до Христа, она не такая, какая должна быть. И ты принял Иисуса. Когда рождаются младенцы в наших семьях, как родители к этому относятся? Мне кажется так. Они ожидают сразу, что он будет ходить, младенец, говорить, все понимать и по дому помогать. Нет? Ну, конечно, нет. Очевидно, что сам факт появления ребенка уже счастье. И не важно, что он умеет или не умеет. Вообще не важно, у тебя родился сын или дочь. И в этом твое счастье. Когда у детей, у Бога Отца появляются новые дети, он просто счастлив. Он просто рад. В моей семье пополнение. И я уже этим горд. Посмотрите на моего сына. Он ничего не умеет, он ничего не понимает. Но это мой сын и это моя дочь. Он просто может улыбаться. И это уже классно. Ну, еще они могут кряхтеть, кричать, писать, какать и что, еще кушать молоко у мамы, да? Хоть какие-то вещи они могут делать, это тоже приятно. Но есть важная деталь. Все-таки мы рассчитываем, что младенцы не останутся младенцами. Правильно? Если бы родителю сказать, слушай, у тебя родится младенец, и он останется и через 20 лет таким же, вот тут уже бы мы призадумались. Родители, правда? Да, смысл ждать. Кто будет заботиться о нас в старости? Ну, на самом деле, дети или подростки, не для этого вы родились. Вы родились по воле Бога для Его славы, чтобы быть Его детьми. Так что не переживайте. Итак, важно, ты принят таким, какой ты есть. Ты уже сын, и ты уже этим похож, и дочь уже этим похож на Иисуса Христа. Без каких-либо заслуг своих. Что дает нам сыновство? И женщина, не знаю, как назвать. В общем, что дает нам то, что Бог наш Отец? Если мы, родители, стараемся изо всех сил заботиться о наших детях, мы несовершенные, ошибаемся, у нас терпения не хватает, у нас не хватает любви и стойкости, в общем, мудрости нам не хватает. Но мы стараемся, насколько Бог хочет заботиться о каждом из нас. Насколько Бог хочет и делает это, чтобы мы никогда не сомневались в Его любви к нам. Потому что ты сын Его, родной сын и родная дочь. Что еще дает сыновство, то, что мы дети Божьи? Давайте следующий отрывок. Римлянам, 8 глава, 15-18 стихи. Послание к римлянам, 8 глава, 15-18 стихи. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы Божьи дети. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И я еще 19 прочитаю. Ибо тварь, творение, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Сложный отрывок. Ну, сейчас попробуем разобраться. Я постараюсь расставить акценты. 17 стих. «Если дети, то наследники». У Бога есть удивительное наследство.
У кого из вас есть наследство или получал когда-то наследство? Все получали? Слушайте, здорово. Я еще не получал. Однажды знакомая прислала письмо электронное, в котором был примерно текст следующего содержания. Может быть, кто-то из вас его тоже получал. Что, оказывается, у нее оказался некий родственник, живущий где-то за границей, в Америке, по-моему, однофамилец, и он в наследство ей оставил 10 миллионов долларов. Слушайте, вообще классно, да? Даже понимая, что, скорее всего, это неправда. Как я так? Я никогда не слышал о таких родственниках. И раз, а думаешь, а если бы вот все же это правда, и мысли побежали, что бы ты с этим наследством делал? Наследство – что-то хорошее, что-то, что когда ты получаешь, ты этому рад. Ну, если наследство хорошее. Да, в наследство можно и долги получить, но не об этом наследстве идет речь в Писании. Он говорит, что вы сонаследники Христу. Что это значит сонаследники? Вот все наследство, которое получил Иисус Христос, взойдя на небеса, вот все то же самое ожидает и нас. И 18 стих. Там идет противопоставление. Противопоставление временных страданий и славы, которая откроется в будущем в нас. И вот какое-то сравнение. Вот то, что мы в этой жизни страдаем, вот прям запомните, скрижали в сердцах, напишите. Ничего не стоит. Запомнили? Ничего не стоит по сравнению с тем, что ожидает нас впереди. Ничего не стоит. Так написано. Те, кто больше и больше понимают, о какой речи идет речь, о чем идет речь, больше и больше понимают, что это за слава, мы сейчас чуть-чуть об этом поговорим, те так себя и начинают чувствовать, что действительно то, что нам приходится проходить здесь, не идет ни в какое сравнение тем, что ожидает впереди. И в это нужно просто это принять и жить с этой верой. И тогда в тебе это будет вот это чувство расти. Подавляющее большинство женщин хотят иметь детей, несмотря на то, что есть возможные трудности с вынашиванием ребенка и со страданиями при родах. Они это знают, они это слышали, они это видели, но они все равно хотят. Некоторые чуть боятся, сомневаются, но все равно хотят. И даже когда у тебя были первые сложные роды, и таких историй масса, трудно родил, ты хочешь все равно второго, и ты идешь на этот шаг. Почему? Потому что то, что ожидает тебя, вот этот вот твой пупс, не идет ни в какое сравнение с тем, что тебе придется претерпеть. И ты потом просто счастлив и говоришь, слава Богу, спасибо, что я через это прошел, и у меня есть вот эта радость. Ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Мне кажется, кроме того, что Иисус умер на кресте за наши грехи, есть еще одна удивительная жертва, которую Он сделал, о которой мы, мне кажется, не часто говорим. То, когда Он умер и воскрес из мертвых, Он не вернулся в то состояние, в котором был изначально. То есть вот всю вечность, которой Он был до прихода на землю, у Него было одно состояние. Когда Он воскрес и отправился к Отцу на небеса, у Него стало другое состояние. Он обрел новое тело. Понимаете? Я думаю, что это была огромная-огромная жертва. И вот для чего они пошли на этот шаг вместе с Отцом. Чтобы точно такое же тело, по Его подобию, могли получить мы с вами. Славное тело. Он, конечно, остался Богом.
И вот наследство. Святость, праведность, вечная жизнь, совершенная любовь, совершенная радость. И это всегда. И Бог точно найдет, чем нам там заниматься, вечность. Но это их цель – собрать свою семью и дать ей вечность. Итак, во-первых, или во-вторых уже, важно помнить о наследстве Божьих детей, о нашем наследстве. Не забывать его, потому что оно идет ни в какое сравнение с теми трудностями, которые мы сталкиваемся здесь. И во-вторых, жизнь на земле тоже очень важна. Не только небеса важны, они очень важны, но и жизнь на земле очень важна. Мы же не идем сразу на небеса, правильно? Значит, у Бога есть цель и план на нашей жизни. И эта цель одна из главных – уподобить нас личности Иисуса Христа, сделать как Он. И мы сейчас поговорим о том, в чем в точности как Он, что это нам даст, если мы здесь будем преображаться, продолжать во Христа, и в конце, коротко, какая наша роль в этом процессе. Иисус сказал так о себе. «Кто видел меня, тот видел Отца». Вот если люди видели то, как Иисус относится к людям рядом с Ним, вот точно так же относился и Бог и относится. То, какие Он совершал чудеса и имел силу, ну, очевидно, такая же сила есть и у Бога. Один в один. У нас есть два брата-близнеца, Саша и Коля Сапроновы. Знаете их? Те, кто их более-менее хорошо знают, уже отличают их. Я их знаю 19 лет, не могу отличить до сих пор. Ну, не 19, сколько они в церкви, лет 15. И каждый раз, как я их встречаю, кого-то, одного из них, я стесняюсь спросить в очередной раз, а ты кто? Я помню, что Саша или Коля... В общем, для меня они точь-в-точь. Не знаю, как вы отличаете. Вот Иисус и Бог прям точь-в-точь, один в один. Но Иисус человек. А в чем Бог не хочет, чтобы мы были похожи? Я думаю, две вещи, важно разобраться. Первое. Бог не хочет, чтобы мы стали на него похожи в чудесных способностях. Иисус ходил по воде, превращал воду в вино, исцелял больных одним прикосновением любых, ну, кто давался и кто верил. Иисус воскрешал из мертвых. У Бога нету цели сделать нас такими. Но есть много причин. Одна из них, чем больше силы у тебя есть, тем вообще больше ответственности ты должен иметь. Иисус был совершен в любви, совершен в своей мудрости. Он понимал, как это использовать наилучшим образом для блага тех, кто рядом с Ним. Я не уверен, что мы с вами будем понимать в совершенстве. Поэтому Бог нас просто оберегает. Хотя я знаю, что многие хотели бы. Да? Конечно, Бог может наделять своей силой и давать различные дары. Но это не сама цель. И второе, что Бог не хочет, это чтобы мы с вами были одинаковыми. То есть по логике вещей кажется, что если похож на Иисуса, то чем больше мы все похожи на Иисуса, то мы все более одинаковыми становимся. Да? Нет. Да, ну, да, нет. И да, и нет. Одновременно. Кому-то больше нравится, да. Но вот в чем-то мы должны действительно больше быть похожими, а в чем-то мы будем абсолютно разными. У всех свой темперамент, у всех свой склад мышления, своя логика, в конце концов, свой набор сильных и слабых качеств. И это не значит, что у нас у всех будут одинаковые сильные и одинаковые слабые. Нет. Более того, Бог задумал свою семью так, чтобы мы друг друга дополняли.
и чтобы полнота была только, когда мы вместе, а не сам по себе. Поэтому, если ты имеешь слабости, благодари Бога, ты нуждаешься в других и не станешь независимым и гордым. Поэтому иллюстрация. Подобные треугольники из школьной программы. Что это такое подобные треугольники? Помните? Кто помнит, что это такое? В чем они одинаковые? В углах. То есть у подобных треугольников все углы равны. А в чем разные? Размер сторон. То есть их может быть великое множество треугольников, и они будут все разные, но подобные. Углы одинаковые. Вот что это за углы, на которые нам нужно быть похожим? Ну, как бы углы в кавычках, вы поняли. Это сердце и качество характера. Вот фокус Бога в нашей жизни. Что в твоем сердце и что с твоим характером? Почему это важно? Некая иллюстрация о сердце. Сердце я для себя сравниваю с неким колодцем, в котором бьет ключ. То есть это некий сосуд, который постоянно наполняется. Вот что в сердце содержится? Твои устойчивые желания и мотивация, причины, по которым ты что-то ты делаешь. Чувства – это то, что содержится в сердце. Воля – то есть способность принимать решения и их исполнять. Это тоже зависит от сердца. И твое мировоззрение. Вот то, как ты на самом деле думаешь, то на самом деле, как ты веришь, это вот в твоем сердце. Это исходит оттуда. И в Библии сказано, что из сердца источники жизни. То, что внутри твоего сердца, напрямую влияет на твою жизнь. Можно с этим не согласиться, но так оно и есть. Несколько примеров. Допустим, о чувствах. Если кто-то постоянно чувствует, что Богу нету дела до твоих личных проблем. Как? Вот ты вот вроде головой понимаешь, но чувствуешь, что как будто Бог не слышит, как будто Он не рядом. Как это будет влиять на твою жизнь? Ну, я, наверное, не услышу, что вы говорите. Я так спроецировал. Он будет, во-первых, беспокоиться, когда возникают следующие трудности. Сильно беспокоиться. Почему? Но если Бог не заботится, то мне самому с ними нужно справляться. А трудности бывают такие, что никому не пожелаешь. То есть он может жить в постоянном стрессе. Он будет пытаться решать своими путями и методами. Схалтурить, схитрить, обмануть, там скорыстничать и что-то такое. Не по Божьим путям. Но потому что Бог не поможет, ему все равно. Я так чувствую. И это то, что в сердце. И в конце концов будут постоянные напряжения в отношениях с Богом. Ему же нету дела лично до тебя. И это то, что находится в сердце. Правда в другом, но ты так себя чувствуешь. Или разум. Муж убежден, это его мировоззрение, что его основная задача в семье – это обеспечивать семью финансово. Ну вот так он верит, так он думает. Как это будет влиять на него и на жизнь его семьи? Можно спроецировать. Ну то есть ничего хорошего из этого в конце концов не выйдет. Это не значит, что ему не нужно заботиться финансово. Но это если его основная задача, он так думает. Или женщина думает, нет ни одного настоящего мужчины. Опыт у нее такой был. Она так думает. Это ее чувство даже. Кто-то ее обманул, мужчина, бросил, и она это проецирует на всех мужчин. И это в ее сердце, это влияет на ее дальнейшую жизнь. Или воля. Слабая воля. Это то, что связано с сердцем. Неспособность сказать «нет» каким-то вредным вещам в своей жизни. Неспособность переступить через что-то. Это слабовольный, попадающий в зависимости и разрушающий свою жизнь человек. Правильно? И это то, что в сердце. Поэтому Бог говорит «мой фокус – ваше сердце». И я хочу, чтобы оно было, как у Иисуса Христа. И характер – подумайте о характере Христа. Сострадание, долготерпение в отношениях, миролюбие, постоянство в добром,
мудрое общение, мудрый образ жизни. И характер, он всегда как-то проверяется в испытаниях, правильно? Ты поставил цель, пришли трудности, и тут проявляется твой характер. Ты либо преодолеваешь, становишься сильнее, либо падаешь и не можешь подняться. И Бог хочет, чтобы и твой характер, и твое сердце, они были как у Иисуса Христа. И теперь какая наша роль в том, чтобы позволять Богу лепить из нас вот тех самых людей, наши сердца и наши характеры, похожими на Иисуса Христа? Да, и какая польза для нас, когда мы уподобляемся Иисусу? Ты становишься свободней. Мнение людей, ты не зависишь от него. Ты уверенно смотришь в свое будущее. Уверенно. Ты не беспокоишься, ЕГЭ не ЕГЭ. Ну, беспокоишься, но чуть-чуть. ОГЭ не ОГЭ. Уволят с работы, не уволят с работы. Уволится ли с работы или не уволится. А что будет на новой работе? А как моя пенсия в конце концов? На первых рядах говорят, не надо говорить слово «пенсия». Пока временно это запрещенное слово. Не, наверное, словосочетание, повышение, да, срока пенсионного возраста. Ты уверенно смотришь вперед. Потому что Иисус уверенно смотрел, потому что Он знал, Его Отец о Нем позаботится. Это не значит, что надо быть глупым и беспечным, но ты не беспокоишься, ты не живешь в этом стрессе. Ты становишься более радостным. А чего тебе беспокоиться-то? Радость – плод Святого Духа. Это начинает наполнять тебя. Ты становишься таким, знаете, как мирным. Конфликт, но ты мирный в нем. И все удивляются и в шоке, говорят, вау, пойду с ним еще поконфликтую. Потому что, ну, в ответ никакой агрессии, ничего. И в этом, когда мы становимся похожи больше друг к другу, слушай, это такая атмосфера вообще. Это так здорово. Ты хочешь помочь другому, и это твое искреннее желание. Не вынужден, не должен, а хочешь. Ты хочешь послужить. Хочешь сказать, Господи, и как это? Откуда это взять? Как мне быть таким? Ну, давайте прочитаем, я сейчас уже заканчиваю. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Ну, вот сейчас мы как раз чуть-чуть о практике поговорим. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Во-первых, открытым лицом. О чем речь? Честность, искренность. Ты тот, кто ты есть. Ничего не скрываешь, не пытаешься играть роль, не пытаешься делать, хотя внутри ты совершенно другой. Ты честен. Но ты взираешь на славу Господню. То есть честность не просто, ну я такой, какой есть, отстаньте от меня, что с меня хотите взять. Не для этого, но чтобы с этой честностью смотреть на Иисуса Христа и взирать, думать о Нем. Не просто думать, так, я хочу быть как Иисус, а как Иисус, а как Иисус, как хочу быть как Иисус. Думать в каждой конкретной ситуации, в своих областях. А кто Иисус или как Иисус в моей семье? Я муж или жена? Брат или сестра? На работе? Что бы он чувствовал? Что бы он думал? Что бы он хотел? Вот если бы Иисус работал на вашей работе, что бы он хотел? Так уволься, кто сказал? Если это хочет Иисус, уволься. А
что потом? Уволился, а дальше что? Дальше откуда-то рассылки пойдут. Как он хочет, чтобы ты работал? Если ты работаешь только для того, чтобы зарабатывать деньги, это сплошная скорбь. Ну, если ты деньги не любишь. Кстати, деньги любить нельзя. А? Да, да, это корень всех зол, мне подсказывают с первого ряда, знают уже. Зачем ты работаешь? И это нужно взирать на славу Христа. Думать. Это первый шаг. Честно, Господь, я работаю вот для чего. А ты бы для чего работал? И это формирует в тебя сердце, похожее на Иисуса Христа. Потому что это мысли, это разум. И это преображает. И написано, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть как будто автоматически преображаемся. И это очень важный шаг. Есть вещи, которые трудно принять. Например, я до своего прихода в церковь не мог себе представить, как это жить честно полностью. И как это иметь чистые отношения с женщинами? Невозможно, так никто не живет. Это нереально. Но все реально. И многие это знают и подтверждают. Почему? Потому что это Бог тебя преображает. Потому что это Он влияет на твое сердце, когда ты хочешь преображаться. Если ты вынужден и не хочешь, все бесполезно, будет все скрипеть. И ты устанешь. А вторая вещь – это, я так ее назвал, возгревать в себе желание. Ну, то есть как бы хотеть, чтобы желание быть похожим на Иисуса в тебе становилось больше. Давайте прочитаем последний отрывок. Это Филиппийцам 3 глава 12-15 стихи. Это пишет апостол Павел. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, это поддержка, то Бог вам это откроет. Бог заинтересован, чтобы ты постоянно стремился походить на Иисуса Христа в Его сердце и в характере. Павел пишет, я простираюсь, стремлюсь. Это какие-то слова, которые показывают его некую нацеленность, его сфокусированность, его страсть, его желание. Я хочу, я не считаю себя достигшим. И правда в жизни в том, что Иисус Христос – это недостижимая планка для нас. Но Павел говорил, но я хочу все равно. И он писал это послание в то время, когда уже открыл много церквей и многим людям помог обратиться ко Христу. Но он говорил, но я еще не достиг. И я хочу. И это вопрос сердца. Это не вопрос, сколько времени ты в церкви. Сколько много ты сделал. Это вопрос твоего сердца сегодня. Я хочу. Он был просто впечатлен тем, что Бог ему дал. Он размышлял об этом, и он чем больше размышлял, тем больше удивлялся. Это просто несказанная привилегия, что я могу быть Божьим сыном. И, конечно, единственный, кто может наполнить нас этим желанием, это Бог. Поэтому вывод – молиться. Основные битвы происходят именно в молитве. Именно там мы либо побеждаем, либо проигрываем. Опять же, открытое сердце. Вот что у меня, вот кто я. Вот что я на самом деле хочу. Но я хочу хотеть вот так. С верой, что Отец даст. И именно Отец, Бог, Он даст. И последняя вещь.
Я назвал ее так: смирение и сообщество. Я не стал это на 3-4 разбивать. Недавно мы с несколькими братьями, буквально у нас 13 человек, объединились в одну группу сообщества и решили принять решение. Каждый принял свои, чтобы их, ну, быть верным им постоянно. И одно из решений, которое принял я, не раздражаться. Как вам такое решение? Кто хочет принять решение не раздражаться? Примите. Но всерьез. Не просто как бы, ну ладно, я уже 25 тысяч раз принимал. Значит, у нас вот это вот сообщество работает сегодня 8-й день, или 9-й. Мы с 1 сентября, дети в школу пошли, а мы в свою школу пошли. Принятых решений. Знаете, удивительно. И каждый день мы отчитываемся друг перед другом. Как у нас получается справляться вот с нашими решениями? Я удивился, мне стало намного проще контролировать свои эмоции. И помогает в этом не просто сам факт принятого решения, а когда это происходит, я на этом фокусируюсь. Я помню, я мирный, блаженный миротворцы. Нету ситуации, когда ты должен просто выйти из себя и как-то решить ситуацию. Блаженный миротворцы. Гнев человеческий, он не делает правды Божьей. И у меня получается. И это раньше не получалось. Я всегда находил себе оправдание, почему я могу тогда, и как-то, знаете, вот замял, там, ну, попрошу прощения, и снова. И причина первая. Я учусь смиряться в моменты, которые побуждают меня как-то вот начать раздражаться. И учусь доверять Богу. Бог исправит. Не кипишись. Вот я вам так о своем решении поделился. Смирение, когда ты принимаешь волю Божью с верой, и сообщество, с которым ты постоянно в контакте. И Господь делает чудеса в твоей личной жизни. Если мы отказываемся искать вот этого желания, этого стремления, в конце концов, в твоем сердце будет копиться всякого разного нехорошего добра. Наверное, не бывает, да, нехорошее добро? Плохое, потому что сердце – это сосуд. В него приходит, в него уходит. И вопрос, что ты там копишь? Приходя к Богу, принимая решение, смиряясь, размышляя об Иисусе Христе, Бог будет формировать твое сердце и твой характер, потому что это Его цель и Его желание. Просто будь сыном и дочерью Бога, благодарными. И стремись, подобно Павлу. Это все. Выводы. Можно выводы? Вы можете. А нет выводов? А, есть. Ну, собственно, я их повторил. Сказал, можете почитать пока. Я приготовлюсь к молитве, сейчас будет причащение. Да, у нас сейчас будет причащение. Время, когда мы вспоминаем о Христе, о Его жертве за наши жизни, чтобы у нас была возможность стать Его детьми, быть Его детьми, детьми Бога. И в сердце и характере уподобляться Христу. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы очень Тебе благодарны за Иисуса Христа. Мы очень благодарны, что когда-то Ты открыл наше сердце, открыл наши глаза и позволил увидеть что-то лучшее в жизни, что было до встречи с Христом. Спасибо, что ты первый, кто проявил эту инициативу. Ты вообще создал этот мир, ты сотворил его, и ты создал людей для того, чтобы из них избрать себе своих детей. И чтобы эти дети, мы, были с тобой в твоей семье в вечности.
Иисус для этого принес удивительную жертву. Он, будучи ни разу не согрешившим, ни разу никому не причинившим зла, он пошел в 33 года на смерть ради каждого из нас. Помоги нам всегда это ценить и помнить. Помоги нам никогда к этому не привыкать. Всегда быть благодарным. Потому пусть это всегда будет свежо для нас. И всегда нас мотивирует устремляться к Тебе. Устремляться быть лучше по подобию Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, открывайся нам. Помоги нам не сдаваться в наших трудностях, но с верой смотреть вперед. Пожалуйста, благослови виноградный напиток, хлеб. Вот, помоги нам принимать их с благодарностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.